Мобилизованные работники и добровольцы «Газпром-добыча Ямбург» за службу в зоне специальной военной операции награждены благодарственными письмами и медалями за разминирование, за боевые отличия, за укрепление боевого содружества, за воинскую доблесть, за храбрость, за отвагу. Компания всегда с ними на связи и в личном общении, когда ребята в отпуске, обсуждают то, что уже сделано, и то, чем еще мы отсюда можем помочь. На протяжении 2 лет, как действует мобилизация, общество никогда вот в стороне не оставляло. То есть, что на начальном этапе нам очень сильно помогали. То есть, даже если о чем-то попросил, о какой-то мелочи. Это и социально-бытовые вопросы, и поддержка семей, и, если нужно, лечение. Администрация, профсоюз, целые подразделения отправляют на СВО автомобили, продукты длительного хранения и вещи личного пользования. Благотворительность, помощь, она из души же идет, не извне, ты ее не привьешь. И поэтому, когда у человека появляется такая потребность помочь, он очень быстро находит эту возможность. В Ямбурге, например, по вечерам плетут маскировочные сети. Люди сами решили создать группу, нашли место, заказали материал, подготовили его, и работа пошла. Вот так протягивается, пожалуйста. Вот у нас лента, да, с хвостиками. Уже удобно завязывать. Ремонт на участок и на ГП нам сделали. И вот так вот мы ленточку скрутили. Шпулечку завязали. Пожалуйста, нам материал, удобный материал, да, для работы. Несколько часов в день они посвящают этому делу. Его важность очевидна, ведь там их коллеги, родственники, друзья. Новеньких здесь быстро обучают и плести, и разбираться в схемах. Они зависят от сезона, рода войск, рельефа местности, погодных условий. Чтобы не быть в стороне от общей инициативы, работники приезжают даже с промыслов. Сергей Пахомов в стройке помнит о воевавшем дедушке и давно поддерживает наших на фронте. Нет того человека, кого бы не тронула война. И из поколения в поколение это все передается. И я своим детям все это рассказываю. И надеюсь, мои дети будут это все рассказывать. Группе «Энергия добра» 2 месяца. В ней много участников большой корпоративной группы «ЗОВ». И с каждым днем про мастерскую по плетению узнают. Активно подписываются, вахты меняются. И мы ждем новых людей. Нам нужны руки. И также нужна, как всегда, для закупки материала, финансовой помощи. Как помочь финансово? Заходите на портал, вкладка «Помощь рядом», выбираете удобный способ по реквизитам, QR-код или пишите заявление в бухгалтерию об удержании средств. Наличные можно занести в ССО СМИ. Это целевой адресный перевод нашим коллегам. Работники помогают работникам. Свои своим. Спасибо вам за помощь. Вы облегчаете нам работу. Победа будет за нами. Победа будет за нами. Для нас, северян, холода уже наступили, и на юге зима близко. Поэтому пусть работники «Газпром-добычи Ямбург» в зоне СВО чувствуют, что и наша помощь близко. Константин Портных, Дмитрий Шолохов, Неля Хайрудинова, Денис Каурдаков, Новый Уренгой и Ямбург.